главный тренер команды Советов. Готов ответить на ваши вопросы. Ну и по традиции, наверное, первый комментарий приходит на место. I think I have to be disappointed about the result. Я думаю, то, что я разочарован результатом. Against an opponent with a big heart. Наш соперник с большим сердцем. And at the end, even with a few possibilities, where we could have more problems. Даже если бы мы использовали больше возможностей, у нас было бы больше проблем. We knew before the game that it would be very difficult. Мы знали до игры, что игра будет очень сложная. But this was confirmed. Это подтвердилось. On the other side, I think we were better. С другой стороны, я думаю, что мы играли лучше. But of course, if you cannot score. Ну, конечно, если не забиваешь. If you still create chances, what we had also last week. Если создаешь шансы, что мы делали на прошлой неделе. Big chances. Большие шансы. When you miss them. Но если эти шансы не используются. Then you lose points. Тогда теряешь очки. This is something we have from the beginning. Это у нас было уже с начала. It's something we try to work on also in winter. Над чем мы старались играть также, над чем мы старались работать также зимой. And it is confirmed today. И сегодня это подтвердилось. The only thing is that we didn't lose. Mostly if we lose with 1-0. Единственное, что мы не проиграли, в основном мы когда проигрывали это 1-0. It's the only positive thing. Это единственная положительная вещь. I think the way was there. Я думаю, то, что мы шли по правильному пути. But football is scoring. If you don't score, you have a big problem. Но футбол – это забивание голов. Если не забиваешь, то у тебя большие проблемы. I don't think we can say we had no chances, no open chances. Я не могу сказать то, что у нас не было шансов, явных шансов. But this is football. Но это футбол. Вопросы, коллеги. Насколько на игру сказал состояние поля и по судейству есть предназначение? I have never commented about the referee. Я судей никогда не комментировал. I see some laughing, I would love to. Я вижу, что некоторые смеются, я бы тоже посмеялся. And about the field is no excuse if you are at 3 meters of the goal. Ну а по полю тут, конечно, это не разговорка, поскольку если ты в 3 метрах от ворот. In a bad field, in a good field, on the beach. На хорошем, на плохом поле, на пляже. Just go. Забивай все. Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, почему вы не вели резервных игроков раньше? Ну за 20-25 во втором тайме, видишь, что Шини подсел. Because I think that we still had the opportunity. Поскольку я думал, что у нас все еще были шансы. We had, and even the one who were maybe who could eventually be replaced, they were still dangerous. They were still in the chances. Те, кого можно было заменить, они все еще были опасными. У них все еще были шансы. So the problem was not who was going to be replaced. The problem was who is going to score. Поэтому проблема была не в том, кого заменить, проблема была в том, кто будет забивать. So for me there was not really a reason to change a lot. The animation was okay, the chances we created were okay. Для меня это не было причин менять, поскольку и расстановка была нормальная, и игра была нормальная. So that's why we waited till the last minute, because then you play all or nothing. Поэтому мы ждали до последнего. До последнего момента буквально, поскольку здесь или все, или ничего. Спасибо. Вопросы, коллеги? Есть еще вопросы? Давайте отвечу.